Мамочка, смотри, какие красивые стаканчики я нашла. Я их раньше никогда не видела. Скажи, пожалуйста, что здесь написано? На этом ничего, здесь просто нарисован бантик. Ну а на этом стаканчике написано «йогурт». Я думаю, этот стаканчик предназначен для домашнего йогурта, Сонечка. Ну а этот для какого-нибудь напитка. Мамочка, а давай сделаем свой домашний йогурт и переложим его в этот стаканчик. А еще сделаем какой-нибудь напиток. Я хочу выпить его из этого стаканчика. Он такой милый. Сонечка, напиток мы сделаем без проблем. А вот домашний йогурт, скорее всего, сделать не получится. Почему? Потому что для приготовления домашнего йогурта нужны специальные бактерии. А еще нужно ждать несколько часов, чтобы он получился. Ну, мамочка, ну придумай что-нибудь. Мне так хочется покушать из этого стаканчика. Ну ладно, Сонечка, у меня появилась одна идея. Вместо йогурта мы сделаем детский сладкий кефирчик. Да, и про напиток не забудь. Для приготовления детского сладкого кефирчика нам понадобится кастрюлька. Вот такой миксер. И мы будем взбивать наши ингредиенты. И, конечно же, продукты. Обычный кефир и клубничное варенье. Перельем кефир в нашу кастрюльку. Добавим туда пару ложек вот такого клубничного варенья. Раз и два. Теперь возьмем наш миксер и все хорошенечко перемешаем. Ну вот, достаточно. Теперь можно перекладывать этот кефирчик в стаканчик. Возьмем поварешку и с ее помощью наполним этот стаканчик. Ну вот, теперь будем делать напиток. Возьмем сладкий сироп, у меня малиново-персиковый. Нальем его в миксер. И добавим сюда воды. Закроем крышкой, чтобы ничего не разбрызгалось, и все хорошенько смешаем. Вот и все, наш сладкий напиток уже готов. Ой, как быстро! Ну да, когда есть сладкий сироп, он делается очень быстро. Давай-ка сюда стаканчик, откроем крышку и перельем в него напиток. Вот, все готово, Соня. Мне не терпится попробовать. Давай, вначале детский кефирчик. Объеденье еще лучше, чем йогурт. А теперь наш быстрый напиток из сладкого сиропа и воды. Малинка, персики, мои самые любимые фрукты и ягоды. Друзья, а вы любите готовить для своих кукол что-нибудь вкусненькое? Если да, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и смотрите мои другие видеоролики с куклами и пупсиками.